Еще вчера для этих юношей и девушек главным документом было свидетельство о рождении. А сегодня они, 14-летние, уже получают паспорт гражданина Российской Федерации. До начала официальной части ребята поделились с нами своими чувствами и, конечно, планами. Переполнение эмоций, очень это радостные чувства. Ждал этого дня? Ждал, долго ждал. Когда я получу паспорт, я сначала на работу, мне кажется, устроюсь, это самое первое. Потом карточку сделаю себе и все. Буду работать. Радостные эмоции пришли разделить с детьми их родители. Они надеются, что этот день станет для ребят удачным стартом во взрослую жизнь и желают успехов во всех начинаниях. Идти по жизни всегда смело, уверенно, достигать своих целей, быть всегда впереди. Открылась церемония вручения паспортов гимном Российской Федерации. В торжественной обстановке счастливыми обладателями заветного документа стали 11 ребят. А после с напутственным словом к молодым людям, теперь уже полноправным гражданам России, обратился заместитель главы администрации Ленинского района Алексей Селезнев. В ваших руках судьба России. Я желаю вам на этом пути добра, не бояться трудностей, успехов. Я надеюсь, что все у вас получится. Кроме документов, ребятам вручили обложки на паспорта и Конституцию Российской Федерации, благодаря которой они смогут узнать свои права и обязанности. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.